Приморский край присоединился к международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно». Мероприятие прошло одновременно в 39 российских городах – Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и Замбии. Во Владивостоке массовый флешмоб объединил более 150 человек во главе с министром физической культуры и спорта Приморья Жаном Кузнецовым. Кожемяка Олега Николаевича, от себя лично поприветствовать всех участников международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно». И, конечно же, я хочу выразить искренние слова благодарности организаторам этого нужного и важного для всех нас мероприятия, спортивно-патриотическому клубу «Ярополк». Друзья, я хочу сказать, что быть гражданином нашей великой страны – это очень гордо, а быть гражданином спортивным нашей страны и здоровым – это очень модно. Спорт объединяет, спорт дает возможность быть здоровым. Перед началом массового флешмоба по обливанию активисты скандинавской ходьбы общественной организации «Твой здоровый образ жизни» прошли символическую олимпийскую милю – 2024 метра. После небольшой разминки участники акции во Владивостоке в футболках цветов российского триколора одновременно со всеми регионами от Сахалина до Калининграда и зарубежными странами облили себя холодной водой. 4, 3, 2, 1! Отметим, масштабный проект проводился в России в этом году в 12-й раз. Всего к нему присоединилось около 5,5 тысяч человек. Организатором мероприятия выступила Московская общественная организация «Спортивно-патриотический клуб «Ярополк» при поддержке Министерства спорта России и Морской коллегии при правительстве Российской Федерации. Диана Иванова, Новости на Восьмом.